Чудеса природы. Здесь у кого-то ванна подпольная. Бесполезно отморозки трясти. Так подожди, сейчас наполнится ванна-то. Все, что ли? Нет, Иваныч. Все, а? Ну, идет. Просто не кончится. А, нельзя, пошел. Ну, не так. Вот, короче. А что такое может быть-то? Понятно, что вакуум. Куда она засасывается-то? Ну-ка еще ногой, Сань, толкни. Дай воздух-то. Кислородика. Она сейчас опять будет в юном уходить. Во-во. Круто. Мы нашли слив Волги, Сань. Кто-то вытащил пробку. Офигеть. Да так хорошо уходит, главное, да? Да. Я заходил, смотри, вот сколько было, смотри, я вода устала. Сейчас тапчик может быть стоять. Такое ощущение, да, стоим в ванной с тобой вдвоем. Пробку открыли, вода уходит. Там чудеса, там леший бродит. Ну, ванна слепя почти. Ну что, теперь ты собираешься здесь ловить? И сейчас успокоите. Вот морозки, то, что я вижу туда. Здесь такого уже не может заходить. Ну ладно. Там рыбы-то есть, они сейчас как-то...